В Каспийске пройдет военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы. Подготовку к масштабному празднованию обсудили на заседании Республиканского организационного комитета «Победа». По поручению главы региона Сергея Меликова разработан план, в соответствии с которым в Дагестане запланировано свыше 50 крупных мероприятий. Это в том числе республиканская акция «Вахта памяти», парад Победы, фестиваль исторической реконструкции, битва за Кавказ, знамя Победы, автопробеги и другие мероприятия. Обращаю ваше внимание на необходимость приведения в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройства прилегающих к памятникам территорий. Нужно обеспечить вовлечение молодежи в работу по восстановлению и облагораживанию мемориальных плит, памятных мест, воинских захоронений, расположенных в городах и районах республики. Планом предусмотрено благоустройство аллей боевой славы, памятных мест воинских захоронений, организация экспедиций поисковых движений, проведение встреч с молодежью, диалога с героями, уроков памяти, посвященных героям Великой Отечественной войны и героям специальной военной операции, посещение ветеранов Великой Отечественной войны.